Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Ford Ranger 2007 года выпуска. Двигатель 2.5 турбодизель, механика полный привод. Пробег на автомобиле 218 тысяч километров. Заменю на нем масло в раздаточной коробке. Поднимаю автомобиль, смотрю, где сливная пробка с раздатки, сливаю масло и заливаем новое. Вот, чтобы нам подобраться к сливной пробке и защиту не вымазать, снимаем вот эту часть защиты, три болта откручиваем, головка на 13, вернее, головка на 14. Можно отодвинуть в сторону и откручиваем сначала заливную пробочку и откручиваем сливную пробочку. Подставляю тазик. Пробка на 24. В принципе, масло темненькое, но не грязное. И немножко его лишку налито. Ну и откручиваю теперь сливное. Хорошо видно состояние масла. Вычищаю магнит. Стружка есть, но не страшный ежик. Масло залью Castrol 7590, номер для заказа 154FB4. Открываю. И немножко вымою старое масло. Побежало чистое, можно закрывать.
заливаю. Все, залил. У меня ушло. Получается 300 грамм остаток. 1,7 литра у меня вошло масло. Я также оставлю как было. Вот оно еще течет. Я закрываю. Все, от масла подтеков следа не будет. На этом замену масла в раздаточной коробке я закончил. Всего вам доброго!